Время я разочаровалась в наших мужчин, потому что они перестали ценить искренность. Все видят в наших девушках только одно, стал сильно большой выбор. Я надеюсь, что мужчины с другой стороны будут более уважительно относиться к нам. По поводу материального положения, конечно же, мне не все равно, чтобы он был обеспеченный, потому что во всех девушек нужно влаживать какие-то финансы. Мы все хотим, чтобы мы хорошо выглядели, как и они хотят этого. А в другую страну, конечно, готова переехать. Если все будет взаимно, почему бы и нет?